Если выбирать верхнюю одежду по таким критериям, как фасон, качество материала и прочность носки, с этим справится любая женщина, то именно в пункте «Цвет» многие делают ошибки. В этом сезоне дизайнеры отдают предпочтение динамичным и ярким цветам. Какой оттенок выбрать, зависит от цвета волос. Брюнеткам подойдут холодные оттенки синего, голубого и фиолетового цветов. Хорошо будут смотреться все оттенки желтого. Фаворит сезона – красный цвет. В нашем случае для брюнетки мы выбрали очень яркий, активный красный карминный цвет. А для яркой блондинки я выбрала красный оттенок коралловый, так как у нее золотистый цвет волос и персиковый оттенок кожи. Светловолосые девушки могут смело выбирать все бирюзовые оттенки и нежно-оранжевые. В новой коллекции меховой ярмарки «Экспофурс» порядка 1500 кожаных изделий. Новая коллекция кожаных изделий по выгодной цене – 10, 15, 20 тысяч рублей. При одновременной покупке двух кожаных изделий на второй скидка 50%. Поспешите, до закрытия меховой ярмарки «Экспофурс» осталось 3 дня. Только с 20 по 22 марта у вас есть шанс приобрести шубу с огромной скидкой до 80%. Только сейчас ликвидация зимней коллекции со скидкой до 80%. Норковые изделия по цене от 29 тысяч рублей, дубленки мутон от 10 тысяч рублей. За обновками приходите во Дворец культуры имени Солдатова с 10 до 19 часов. Вход со стороны касс.